В этом видео мы расскажем вам про чудодейственные компрессы из простейших домашних ингредиентов, которые можно сделать для быстрого избавления от грибка ногтей. Средство для компресса готовится в течение 1 минуты. Ничего отваривать или жарить не нужно. Надо будет просто смешать все ингредиенты со спиртом, и можно вылечить самые запущенные очаговые поражения грибком. Нам необходимо смешать следующие ингредиенты: 3 зубчика чеснока, половину луковицы среднего размера, стакан чистой отстойной воды, а также столовую ложку медицинского спирта. Чеснок и лук натираем на мелкой терке, отжимаем из них сок через марлю, после чего смешиваем массу с водой и спиртом. Хранится такое средство в холодильнике, и его срок годности практически не ограничен. Главное, чтобы тара была герметично закрыта, чтобы запах средства не остался в холодильнике и на ваших продуктах. Для лечения грибка необходимо в эту жидкость окунуть ватный диск, тщательно его пропитать настойкой и наложить компресс на ноготь. Его надо закрепить при помощи пластыря буквально на 20-30 минут и не минутой дольше, чтобы кожа и ноготь не получили серьезные ожоги. Все ингредиенты этого средства имеют мощные антисептические и противогрибковые свойства, поэтому от проблемы вы сможете избавиться буквально в течение 1 месяца, если раз в день повторять процедуру. Приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Стараемся и работаем для вас.